Поскольку у класса, в отличие от функций, не бывает перегрузки, то специализация шаблонных классов — это вполне нормальная техника. Для шаблонных функций полная специализация используется довольно редко и обычно заменяется перегрузкой, а вот для классов это совершенно нормально. Более того, для классов существует также и частичная специализация. Вот частичной специализации для шаблонных функций не бывает, а для шаблонных классов бывает. Она позволяет эмулировать некоторое подобие перегрузки. То есть у нас есть несколько шаблонов, есть шаблон класса по умолчанию, а есть несколько его перегрузок. Это могут быть как полная специализация шаблонов, так и частичная специализация шаблонов. Частичная специализация используется в тех случаях, когда мы хотим специализировать поведение шаблона не для какого-то конкретного типа, а для некоторого множества типов. Например, можно попытаться специализировать класс массива для работы с указателями. То есть, если мы в массиве захотим хранить указатели на некоторый объект. Ну, зачем специализировать? В таком случае, например, можно из оператора квадратной скобки возвращать не указатель, а разыменованный указатель. Давайте посмотрим, как это сделать. У нас есть шаблонный класс массива, и мы его специализируем. Но в данном случае это будет частичная специализация, поэтому частичная специализация, в свою очередь, будет шаблон. У нее будет шаблонный заголовок, и мы специализируем ее для того случая, когда в качестве шаблонного параметра сюда передается указатель, то есть указатель на любой тип. Конструктор довольно естественный. Мы получаем количество элементов, сохраняем его в поле size, выделяем массив указатель. Отличие данного класса от изначального шаблона будет заключаться в операторе квадратные скобки. В данном случае мы вместо того, чтобы вернуть t-звездочка, как храним элемент, можем вернуть t-ссылка. Ну и таким образом мы сделаем прозрачную работу со значениями, которые хранятся по указателю. Например, это может быть массив некоторых полиморфных значений.